Что? Что стрелять буду? Куда стоять? Что стрелять буду? Да погоди ты. Успеешь еще. Дай хоть снежком оботрусь. А то засну на ходу. Легкий клиент. Все в таким были. Слава богу, он один такой. Ты за ним в оба гляди. А то такой клиент нагишом уйдет. Этап! Вперед! Отпустят. Хватит. Сколько я уже по тюрьмам-то мытарюсь? Забыл уже, какая она, Бессарабия. Может быть, зря идем. Все равно отпускать будут. Да ничего, ради такого дела я в три конца готов отшагать. Только бы на свободу. Свобода! Дадут свободу. Вернусь в Бессарабию. А там, небось, тебя ждут, а? Да нет, не знаю. Ждут ли? Давно от них вестей не было. Кто где? Ищи их. А ну, хватит трепаться! И нечего народ смущать! Отпустят его, жди! А будешь орать, еще железо навешаем. Меня, брат, отпустят. А вот ты до конца веков будешь с арестантами туда-сюда шагать. Стоять! Принять влево! Ваше благородие, партия ссыльных каторжных числом 11 следует на рудник. Отставить, все в порядке. Так точно, ваше благородие! Где Котовский? Тут он! Котовский, сюда! Смотри, глаз с него не спускай. Головой ответишь. Слушаюсь! Ваше благородие, а как насчет амнистии? Слышно, что? Да бумаги уж давно получили. Только тебя там нет. Пошла, родная. Этап! Вперед! Ну и мороз. Починил весь. Может, сменишь меня? Ничего, потерпишь. Не дай бог. Удерет кто. Сначала перекусим. Хозяйка, харч готов? Несу, несу. Слышь, хозяин, дай-ка выпить. Для сугрева чуть-чуть. Thank you.
Чего тебе? Да замерз я. И поесть бы. Иди куда шел. И не думай в избы стучать. Добрый у вас народ. Ты злых не видел. Язва сибирская. В таких случаях полагается начинать с поздравлений, господин штабс-ротмистр. Но, признаться, у меня как-то не поворачивается язык. Более того, буду честен. Я как мог противился вашему новому назначению. Благодарю вас, господин полковник. За что? За то, что вы не хотели расставаться с моей скромной персоной. Да, да. Но! Тем не менее, в штабе корпуса принято решение о вашем новом назначении в дворцовую охрану в Петербург. Так что поздравляю. Еще раз благодарю. Извините. Полковник Левендаль.
Да. Ну, постараюсь как-нибудь помягче. Да-да, вот именно. Поделикатнее. Да, всего доброго. С каторги бежал Котовский. Как? Вот так. Полагаю, он вернется в наши края. Как по-вашему, кто должен его ловить? То, что ты не сказал, что ты поп. Сие было бы равнозначно приглашению грабить мирян. А что ты без лошади? А? Приход небогатый, так что я сам. Не боишься? Страшно к человеку, к умирающему, на последнее причастие не успеть. А так, чего бояться? Успел? Успел. Может, поешь? Не-не-не-не. Благодарю, я не голоден. Объел я тебя. Ты уж извини. А что ж тебя в такой приход-то направили, бедный? Сан принимают не в поисках достатка. А все-таки? Кто упорно настаивает на мнении на своем, пусть оно даже и справедливое, тот да знает, что завлечен сим дьявольским недугом сирич гордостью. Ну, иными словами, горд был. Спорил много. Понятно. Исцеляться тебя отправили, от недуга твоего. Бунтарь ты, значит, батюшка. Только бунт у тебя смешной. Я в жизни много всякого насмотрелся. Плохого больше, чем хорошего. Людей обиженных много, а вот заступиться за них некому. Не спорю. Может, я и сам не шибко заступался. Да и счастливым особо никого не сделал. Но страху на богатых и сильных нагонял Божьего. Они ведь эти богатые да сильные совсем ничего не боятся. Зато народ. Воистину рабы. Всего боятся. Я свободный человек. А они нет. Да и кто им от свободы-то даст? Неужто вы с иерархами своими? Что смотришь? Историю библейскую к месту расскажешь. Так чего ж библейскую? Мальчишка соседский ко мне прибегает, плачет. Он все птиц жалел, которых другие парни в силки ловили. Ну, а тут увидел чижа. Он в петле из конского волоса запутался и решил освободить. Распутывал, распутывал.
А потом терпения не хватило. Дернул. Освободил, значит. И стал тот чиж свободным. Но без головы. Ты это к чему? Я человеку на этой земле много посулить не могу. Свободным его сделать? Нет возможности. Но и от утешений от моих он без головы точно не останется. Пойдем, я щей погрею. Опять, Витька, у тебя в башке все перепуталось. 2000. Вечером будешь счетом заниматься, пока не запомнишь. Не серчай, Настя. Идти мне надо. Вон весна уже. Да и не могу я тут больше оставаться. Домой хочу. В Бессарабию. Как ты пойдешь? До города без малого 100 верст. Да и денег у тебя кот наплакал. Да раздобуду я денег. Митьке поклон передавай. И пусть учится. Он парень смышленный, у него легко пойдет. А то так и будет всю жизнь в земле возиться. Это верно. Уж лучше ученым вроде тебя. С каторги бегать, да по чужим избам прятаться. Да не в учености мое дело, а в характере дурном. Чего сидишь? Иди уж, раз решил. Пойду. Характер у меня и правда дурной. Ну, не могу я на одном месте усидеть. Да и потом отчебучу что-нибудь это, беду на тебя навлечу. А ведь первый раз жил как семейный. Сын даже. Да. Жизнь моя. Ну да ладно. Прощай.
слышишь, что ли? Порву! Ты можешь еще дай ему кнута! Деньги. Вылазь. Что смотреть? Ты же кучер, должен понимать. Лошадь вон 100 верст прошла и не запыхалась. Дорого просишь. Я же не спрашивал, где ты ее взял. Может, она краденая? Краденая. Я же не спрашивал, где ты деньги взял. Может, ты награбил кого? А? Ограбил? Поди любишь кисенем ночью-то пошалить. Тьфу ты, тоже скажешь, чтоб у тебя язык отсох. Ну вот, другое дело. Кошель подрезал. Делиться надо. Подельнички твои где? Веди к остальным. Дело есть. Как тебе, дорогая? Пожалуй, она мне нравится. Прекрасный выбор. Ну что ж, я думаю, пожалуй, возьму. Покорно вас благодарю. Благодарим. Приходите к нам еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего изволите? Даже не знаю. Может быть, брошечку? Камушком. Один момент. Чего? Деньги. Кто вы такой? Да вы все равно не знаете. Позвольте. Последних сообщений. Совершено несколько ограблений в Саратовской губернии. Все в его стиле. Иными словами. Иными словами, он направляется в Бессарабию. Будем встречать. Да-да. Ну что же, денег мы с вами взяли, вам столько за год не заработать. И бросьте вы это дело по карманам щипать. Пойдетесь. Может, останешься, Гриш? Не могу. Домой мне надо. В Бессарабию. Сил моих больше нет. Ну, бывайте. Ну, пошла.
День добрый, красавица. Выносила. Ох, Бессарабия. Открой, а то не слышу, как ты лаешь. Открой, говорю. Я тебе сейчас стекло выставлю. Выслежу, потом не вставишь. Гриша, ты! Нет, китайский император. Вы тут что, совсем с ума посходили? Своих не признаете? А ну, открывай дверь. Гриша, ты только зла не держи. Ты лучше поищи где-нибудь еще. Что где-нибудь еще? Это где же я, по-твоему, должен поискать? Где именно? А ты не шуми. Ищут тебя. Всерьез ищут. Почти каждый день наведываются. Так что схоронить тебя никакой возможности. Ступай, Гриша, ступай. Эй, постой! Ты черт! Чего изволите? Сиплого позови. Не знаю такого. Напомнить. Взяли его вчера. В зале вон они сидят. С правого угла. Вы бы уходили отсюда от греха подальше. Ступай. Иди куда шла! Извините! Извините! Тонька! Антонина! Антонина! Гриша! Что ж ты с собой сделала-то? Вернулся! 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 Сколько мы не виделись. Красивый какой. Ты всегда был красивый. Дай денег. А то они без денег не наливают. О, Господи, да, конечно. Лопатник. Лопатник скидывать надо. Богатый. Ты всегда был богатый, и бабы тебя любили, и я тебя любила, а ты меня, а ты меня нет. Гриш, а давай, как раньше, помнишь, как мы с тобой, Гриш? Нет? Нет? Молодой человек! Что? У меня деньги! Прощай, Танька.
Котовский! Стоять! Не с места! Ну что ж, я думаю, что все обошлось весьма благоприятно для вашего родственника. Пуля скользнула по ребрам, засела под кожей, я удалил ее. Теперь все будет зависеть от него самого. Организм у него здоровый, как я заметил. Большая кровопотеря, конечно, но это не фатально. Спасибо вам, доктор. Я понимаю, что поставила вас в несколько затруднительное положение, вызов к этому пациенту. Но вы ведь понимаете, что моего родственника подстрелили не на охоте. Ну, то есть, в общем, характер ранения... Этого человека ищет полиция. Если вы хотите, я могу назвать его имя. Не надо. Это Котовский. О, Господи. О нем много пишут неправды. На самом деле он человек не злой. Но если вы захотите выдать его полиции, то когда-нибудь его освободят, и тогда... Ну, я думаю, вы меня понимаете. Думаю, да. Я искренне признательна вам за визит. Даша! Да? Даша, проводи, пожалуйста, господина доктора. Хорошо. Всего доброго. До свидания, доктор. Если ему станет хуже, мы вас позовем. Да-да. Аннушка. Аннушка. Добрый вечер. Читаешь? Да. Какая прелесть. Ужинать будешь? Нет, не волнуйся, благодарю. Сегодня были компаньоны, мы пошли в ресторан. А наша Даша сегодня абсолютно рассеяна. И шляпу мою уронила. Да. Да. А ты сегодня какая-то бледная. Голова болит? Да нет. Нет. Даша! Даша! Ступай, ты на сегодня свободна, голубушка. Хорошо, Анна Сергеевна. Да иди же! Да иди же! До свидания, Анна Сергеевна.
Ну ты как будто как-то даже нервничаешь. М? Я нервничаю? Да. Я нервничаю. Почему? Да как же тебе сказать? Господи, это как он здесь оказался? Пришел. Что значит пришел? Он должен быть на каторге. Он бежал с каторги. Он же бежал. Он бежал и теперь лежит у меня в квартире. В нашей квартире. И оставь эти глупые вопросы. Я так понимаю, его где-то ранили. Он пришел сюда, позвонил в дверь, Даша открыла. Он упал в прихожей. Кровь на лестнице Даша вымыла. Кровь? Господи помилуй, я представляю себе это. Укрывательство беглого каторжника. Ну, тюрьма нам точно обеспечена. Нужно вызвать доктора. Доктор сообщит в полицию. Полиция явится в этот дом и увидит все это. Прекрасно. Прекрасно. Доктор уже был, он никуда не сообщит. Я ему сказала, кто это. Хорошо. Восхитительно. Ты обнаружила удивительно холодный ум. Запугать доктора – это самое естественное в нашей ситуации. Ой, Гришка, а? Гришка, Гришка. И ты тоже. Хотя ты, конечно. Гришка, паразит. Скажи, куда он должен был идти, как не к друзьям? Да. Ведь не к Зильбергу уже. В жандармское управление. А где Даша? А, Даши нет. Я что-то проголодался. Я приготовлю тебе чай. Я тоже очень люблю. Как я сюда, папа? Сам пришел. Когда это было? 2 дня назад. Олесь дома? Нет. Вчера уехал. Он знает? Знает. Нет, мужа секретов нет. По нашим данным, как вы знаете, он ранен. На месте, где была произведена попытка задержания, обнаружена кровь. Кто ему оказал врачебную помощь и где он находится сейчас, достоверно никому не известно. А вы не допускаете мысли, что он просто умер? Допускаю. Но я бы на нашем месте сильно не обольщался.